Так, всім привіт. Сьогодні наступний день після дня Квебека. Вчора у мене камери з'явилися, ми сюди не попали. А сьогодні от ми прийшли. Після 6 вход плати, ну що це концерт починається. І білети на всі атракціони теж платні. Зараз покажу кількість атракціонів. Дуже багато вчили сьогодні. Можу писати, чеки не вийшли, не вийшли. Мы купили чекины, то есть вход $15 все взрослого, дети бесплатно, и плюс купоны получается на все качели, вы покупаете 14 купонов, и это стоит $20. То есть это могут питаться и взрослые, и дети. Без разницы. То есть сегодня тут очень где-то примерно в 2-3 раза меньше людей, чем было вчера. Ну, это и хорошо, меньше очереди ждать на качели. Вчера, правда, мы пропустили салют, очень жалко, но в общем, видите, сегодняшний наш. Смотрите, вот переворачивается. Видим, видим. А, Дима, где тебе? Анечка, все, что выигрывает. Мам, я иду туда. Мам, идем. Так, с разводом мы уже уходим на концерт. Короче, как-то так получается, что тут еще куча всего продается. Подытожим немножечко то, что я видела. Там двое ворот, получается, одни ворота. Когда вы заходите на качели, вторые ворота, когда вы заходите на сам концерт. Есть еще куча там всяких киосков, которые продают еду, которые продают всякие сувениры. И первый – это вообще полный развод. Получается, им хватит за $20 вот эти 14 билетиков. Но один аттракцион стоит 3-4 купона. То есть вы очень быстро, там пару качелей, и у вас включаются эти билеты. Дальше заходите на концерт. Сегодня людей мало, поэтому здесь такое движение очень спокойное. Так что я очень удивлена. Праздник не ожидала. Думаю, что будет немножко лучше. Ontarien, il y a tout le coin du pays. On a une chose en commun, c'est qu'on... Loin des villes soumises, on suivra l'autoroute. Ensuite, on perdra tous les nords. On ira. Suivre les étoiles et les chercheurs d'encore. Les destinations se ressemblent ou bien. Tu verras, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. On s'arrêtera jamais dans les ports. Jamais. Merci beaucoup. Ça va en même temps, mais moi je suis pas capable de faire ça. La bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé de m'accorder. On est derrière. Je commence à croire en nos adieux. Just kidding.
маме з твоєю, твоєю мамі. Ви кажете. Потом люди только сейчас подтягиваются. Это уже количество людей, если ты знаешь, больше. Ты готова? Ты не боишься? Аня идет за 11.50, по-моему, этой стойки Москвы. Подняться и куда-то спуститься отсюда с такой высоты. Классно, классно, классно! Тебе понравилось? Да! Еще! Ну, еще нельзя, хватит! Хочу еще! Ты знаешь, как тебе все хлопали? Да! Мама, кричали, я слышу! Він не бросає. Кирюша, Кирюша, давай вдарим. Рюком до часа екстрема отражить через дому, мам, це гуртом. Наші села рюком. Сичили там.